Дорогие земляки, в этом году району исполняется 96 лет, а станице Павловской 198. Это наш общий праздник. Все мы люди разных поколений и профессий, разных взглядов и интересов, и все мы любим наш общий дом, нашу маму и родину. И, конечно, главное ее богатство – это жители, которые своим добросовестным трудом, спортивными и культурными успехами приумножают ее славу. Уважаемые земляки, пусть наш район растет и развивается, пусть в каждой семье царят мир и благополучие, а каждый новый день приносит жителям только радость, хорошее настроение, уверенность в будущем. С праздником, дорогие друзья!